Саратовские авиалинии лишили сертификата на полеты за границу. Соответствующие предписания выпустили специалисты Росавиации. Такое решение было принято в связи с несоблюдением авиакомпанией правил обеспечения безопасности полетов. В рамках внеплановой проверки авиакомпании стало известно, что на борту чартерного рейса из Саратова в кабине пилота находилась посторонняя пассажирка. По некоторым сведениям, она является дочерью директора авиакомпании Игоря Третьякова. Именно это грубейшее нарушение стало причиной запрета на осуществление международных полетов, начиная с 26 октября.